Всем привет, с вами Android. Android сегодня хотел поговорить об игре, которая называется Witcher Adventure Game. Она представляет себя настольную игру от очень известной компании, которая сделала данную игру на компьютере, на приставках она выходила. Witcher, очень-очень крутая игра. А это настольная игра из, так сказать, из мира Witcher. Игра на английском языке. У нас сейчас типа объяснялки. Объясняет, как ей в нее играть. Так. Ага, вот этими героями мы с вами будем управлять, выбирать их. Так. То есть у нас две карточки будет. Мы выбираем какие-то из двух карт. Угу. Так, у нее магия у этой девушки, у этого. Сломать, а у этого... Ну, хотел бы сказать, что без знания английского языка игра очень сложна в понимании, и вообще игра сложная. Но фанатам данная игра понравится. Так, мы будем с вами путешествовать на различные, так сказать, местности. Можем исследовать. Смотрите внимательно, потому что... Угу. Даже я тут не разобрался, но... Хоть и объяснялка, это помогает нам понять, как в данную игру играть. Ой, как тут много всяких ресурсов. Все очень замудрено. Но выполнена сама игра стильно. Так, я бы не сказал, что игра плохая, она хорошая, но надо просто разбираться в данной игре. Давайте посмотрим до конца эту объяснялку, чтобы у вас ни вопросов не возникало. Ну, конечно, нужно английский язык знать, чтобы понимать, что он говорит. Маленько нам остался. Я просто не успеваю переводить, вот, поэтому вы уж меня извините. Мы можем играть в данной игре в онлайне или в офлайне. Давайте выберем онлайн сразу. Нет, обломно мы. Ладно, давайте играть тогда в офлайне. Выбираем персонажа. Нажимаем Start Game. А вот и сама игра. А вот карта. Ну, вы видели в объясняловке саму карту. Да, и нам объясняли, как ей пользоваться. Так, мы выбираем две колоды карт. Какую? Давайте выберем вот эту карту. Окей, мы с вами сейчас можем, кстати, приближать, ударять камеру. Да, нажимаем Travel и путешествуем, куда мы хотим. И вот так вот тык-тык-тык-тык. Все-таки эта игра настольная. Так, мы какие-то две локации. Давайте нажмем вот эту. Не знаю, что произошло, уж слишком все сложновато. Давайте выберем лупу. Лупу вроде мы начинаем с вами с кем-то махаться. Вот еще карта одна вылезла. Статистика. Что только тут у нас нету в данной игре. Так, что тут еще можем? Мы можем также путешествовать дальше. Вот. Ну, думаю, сами разберетесь. Я вам основные вещи в данной игре показал.